40 рублей забитые яйца. В оккупированном Луганске в супермаркете главаря боевиков Плотницкого Народной появился новый вид товара – яйцо «Бой в стакане». Фото с ценником от 5 января 2016 года разместил в социальной сети местный житель, пишет информатор. Цена этого недопродукта – 40 российских рублей. Видимо, ажиотажа на порченные яйца не произошло. Поэтому следом чиновники-сепаратисты решили – на Масленицу в ЛНР будут раздавать социальные блины. Правда, такая палатка будет только одна на всю незаконную ЛНР. А блины для тех, кто не сможет позволить их себе купить. А таких псевдореспублики намного больше, чем представляют себе самозваные чиновники. Главарь ЛНР заявил, что социальные блины должны выпекаться за счет государства. К этому случаю и битые яйца. Конечно, не бесплатно. Заплатят за них с налогов.